Всем привет, братья и сестры, на связи отец Евген. Я ему говорил по поводу такого поведения, блядь, чувак, хватит себя так вести. Да, улыбается на стриме, а потом грустит, потому что нечто на фанте. Их болезнь называется жабен головного мозга. И он, короче, наебал аудиторию, понял? Весь контент жабы сегодня — это заслуги других людей. Я уверен, сейчас у них на таком уровне, что им выдают зарплату. Я уверен в этом. Жаба — это как ёбаный мажорик, который тусуется изо дня в день за денежки своих богатых родителей. Вы ходячие кошельки, просто мани, просто деньги, понимаете, которые вкладываются в игру, и все. Про маленького и дерзкого, вечно улыбающегося геймера X. Это эмоции, ну, естественно, после эмоций я всегда извиняюсь. Вот уже сколько видосов вышло, купил аккаунт за 50 тысяч. Вспомни, что ты всего лишь комьюнити-менеджер. Что сделал Смайл для СНГ региона? Все эти пафосные прокачки от Ванечки — это всего лишь рекламная кампания игры. Это вполне нормально. Он просто скрывает от глаз все упоминания про Андрея ФФ. Да вы кто? Вы никто, нахуй, у меня там чат с админами. Ваня, ну вот скажи, куда ты смотришь? Ну ведь дурачку даже понятно, что это лохотрон. Человек соглашается пиарить наёбку с кейсами. Давай расскажем, Ванечка, моей и твоей аудитории, как именно ты зарабатываешь на рекламе этих самых букмекеров.